Они вместе строят города и сегодня также дружно отмечают свой профессиональный праздник. На Северском заводе железобетонных изделий в этом году двойное торжество. День строителя и юбилей завода. 65 лет со дня основания. Мы не раз говорили на протяжении хотя бы вот этих последних 15 лет, что нашему коллективу по плечу любые задачи. Мы это говорили, и мы это много раз доказывали делом. И поэтому успешно решали все проблемы, которые стояли перед нами. Уверен, что решим и те, которые еще впереди. А я хотел бы пожелать, естественно, здоровья и благополучия каждому из вас и каждому в вашей семье. Я хотел бы пожелать, чтобы Россия строилась, чтобы мы были всегда заняты работой. А уж извините, мы можем всегда обеспечить любые планы, которые у нас будут, сколько бы ни строились. Я поздравляю вас с юбилеем и желаю процветания нашему заводу. К этому празднику готовились тщательно, всем коллективом. Долго выбирали место проведения торжества. Решили, что уютнее будет отпраздновать в родном месте, на территории завода. Здесь всегда по-домашнему тепло и коллектив по-семейному дружный. Я очень много обучила в своем коллективе. Так как я была начальником отдела сбыта, из моего отдела вышло 21 человек, которые работали и главными бухгалтерами, начальниками отдела, и этими инженерами. Сейчас можно назвать менеджерами, потому что я работаю до сих пор. Хочется сказать, я прошла дефолт 98 года, сейчас этот кризис этого года, 9 года. Но уже сейчас мы идем на 70% по заказам, по производству, по отгрузке, по реализации, на 70% против 2008 года, этого периода. Для меня это второй дом. И можно даже сказать, не второй дом, а первый дом, потому что я здесь всю свою жизнь провела. Сегодня здесь, у фонтана, собрались разные поколения строителей Северского завода ЖБИ. Вместе, за одним праздничным столом. Их объединяет не только круглая дата. Просто эти люди искренне любят свой завод и в разное время были верны своему делу. Клавдия Степановна Липская проработала на заводе 44 года. Начинала простым мастером, на пенсию уходила уже главным экономистом. Сегодня ей досталась одна из главных наград – нагрудный знак почетного строителя России. Несказанно высокая награда для меня. Я люблю завод, для меня это все. Вы знаете, вот идешь на завод с моста, смотришь нашу красивую башню, наши кружевные деревца в светящихся звездах, лампочках, наши фонари, фонтан. Все так мило, все так родное. Это мой завод. И я хочу выразить благодарность всем людям, с кем я работала и кто сейчас продолжает работать. Праздновать свой профессиональный праздник вот так, под открытым небом, в кругу единомышленников, друзей и родных, на Северском заводе ЖБИ планируют каждый год. К этой традиции добавилась еще одна. Работники завода сочинили песню, уже сейчас, ставшую гимном и хорошим подарком к юбилею завода.